И если я вам начну рассказывать, что такое первоначало, кто создатель, как это получилось, а какая это планета, то вы это пропускаете не через чувствование, а через голову. А когда вы пропускаете это через голову, у вас образуется шаблон. Он может быть не единственный, но на какой-то момент вы его либо принимаете, либо отрицаете, но он остается либо принятый, либо отвергнутый этот шаблон, но он у вас есть. И на основании этого шаблона, что такое шаблон? Это очередная шторка, это очередная дверь, запертая к самому себе. Когда я вижу, что человек готов к восприятию той информации, которая далеко не является нормой, я начинаю об этом рассказывать не потому, что мне хочется рассказать, не потому, что мне хочется, чтобы моя истина была, а когда я вижу, что он может входить в поле мое, чтобы это увидеть, чтобы не просто я рассказала, а увидеть красками, то тогда мне ничего не приходится рассказывать. Это то же самое, что когда на ретрите я ребятам рассказала, показала и объяснила форму Земли. Как она выглядит? Почему так? Почему на одном этапе так, на другом этапе так? Что происходит? Но это я уже им сказала, когда я прочувствовала, что уже большинство могут зайти через поле и увидеть этот процесс. И тогда вопросы отпадают. И именно вас я веду туда, где вы можете смотреть через поле, где вы можете не слышать через голову, через мозг, а где вы можете смотреть через поле. Когда вы смотрите что-либо через поле того человека, кто вещает вам, то вам не обязательно подключать голову, вам не обязательно интерпретировать это все через свою болталку. Тогда вы можете просто раствориться в картинке, которая вам приходит, не пропуская ее через голову, а раствориться самому себе. И тогда вы видите то, про что говорит, показывает, дает какое-то знание, информацию тот человек, которому вы зашли в поле. И это уже про другое. Научитесь не задавать вопросы, которые вы можете интерпретировать только через голову, а научитесь поворачиваться к себе, чтобы в дальнейшем видеть через поле знания того человека, кто может дать. Как это сделать? Вот эти все излюбленные фразы «внимать внимание», «я само внимание» — это все сказано давно, и все внимание у нас отрепетировано, но толком никакого нет, да? И внимать внимание, это, ну, мне кажется, вчерашний день, это только можно пропустить через голову. Потому как когда вы начинаете внимать внимание, то есть вы себя видите, себя, сверху видите наблюдателя, потом вы видите наблюдатель наблюдаемого. Но это вы можете пропустить только через голову. Как бы вы ни старались, какими бы вы молодцами не были, это можно пропустить только через голову. Что нужно сделать, чтобы прийти к себе? Начать растворяться в себе.